предлагаю вашему вниманию мой проект. Это агентство Benesit, издрайв недвижимости нового дома для клиентов. А именно в кризис сложилась такая среда, что клиенту необходимо попробовать пожить в разных форматах жилья за него. Очень многие семьи расширяются, естественно, не хотят перебраться в загород. Люди, которые живут в других городах и странах, боятся доверить свою ответственность на плечи риэлтора, поэтому мой проект касается именно предложения пожить в доме застройщика. Что он предполагает? То, что компания Benesit выступает в интересах застройщика и клиента. Драйверами для застройщика служит то, что он в кризис не смог, к сожалению, не смог продать свой дом, и сейчас, используя коммуникации, этот актив превращается в пассив. Клиенты, соответственно, стремятся приобрести какую-то загородную недвижимость, особенно речь идет сейчас о Москве и Московской области, но, к сожалению, боятся сделать выбор, потому что идет большое затоваривание рынка и он боится сделать выбор. 7 простых шагов в использовании продукта существует для того, чтобы заключить сделку с потребителем. Мы ищем клиентов по западным каналам связи, подготавливаемся к контракту, выходим на сделку. Наша команда – это многолетний опыт сплоченного коллектива посуточной аренды. Хотела сказать, что закон Хованска сейчас запретит любые краткосрочные сдачи апартаментов, поэтому возникла необходимость выхода на загородный рынок. Будет введена система звездности у отелей, и проект предполагает именно внедрение у застройщиков своих мини-объектов для рекламы клиентам. Это достаточно сложный организационный процесс, потому что задача застройщика именно строить и продавать. Застройщик не умеет сдавать. А мы ему предлагаем дополнительный канал продаж. Что стоит отметить в работе с застройщиком? Что мы ему помогаем взять все риски на себя по этому коттеджу, кредитуем его по ремонту, а возможно делаем его под своим брендом, стандартизируем его под качественные характеристики, заполняется анкета клиента, заполняется анкета застройщика, и они находят друг друга. И завершается сделка, то есть самый важный этап в жизни покупателя. А остается довольный застройщик, потому что его мертвый поселок приобретает динамику, вырабатывается портрет клиента, длительный срок экспозиции объекта начинает укорачиваться, все получают прибыль, все довольны, выходит новый продукт на рынке. Конкурентная среда, что предполагается в продвижении, это мобильное приложение с локацией присутствия, выход в нишу неготовых домов и в доделку под свои стандарты. Спасибо большое.